Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, сегодня доберемся, надеюсь, до Лиги Мастеров. Уж больно мне это нужно, и надеюсь, все у нас получится. Так, по заданиям, открыть колоду, поехали вперед. Вперед из песни. Рэй, находит на тебя, что ли, уже совсем переиграл, паренек. Да, бывает, но не у всех проходит. Так, пройдите серию испытаний. Быстренько сейчас просто шмяк-шмяк. Зарубашим ее. Возьму Макмана, возьму Армагона, Бакстера. Иди ты, Донни, ты там, блин, извини меня, на соплях живешь. Еще куда-то лезешь, просишься, а? Будешь сидеть в тылу, в глубоком причем. И носу не показывать. Ну что, Крис Брэдфорд у нас здесь один-одинешенек. Накажет его Шреддер, интересно, или нет? Нет, он только смог его замедлить. Да ладно. Ни Шреддер, ни Армагон не могли его сразу наказать. Прикинь, до чего крепкий чувачок был. Вот такие вот дела. Ну, мы переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас вот такие вот петрушки стоят здесь. Этого с удара. Давай попробуем порвать. На, по щам. Блин, не получилось порвать. Затоптать вышло. Нет, давай, наверное, смертельную волну. И, наверное... Блин, кого лучше? Давай шипы. Фиг с ним, пускай будут шипы. Да, этого было достаточно, друзья, чтобы их добить всех. И мы с тобой славненько переходим к следующим событиям. А даже не к событиям, а, наверное, будем все-таки проходить уже лигу. Хотя нет, нет, ребята, еще пока до лиги рановато. Кролики, ну-ка, родные мои, покажите, что вам нужно. Вам надо 8 катушек с пленкой, да? Ладно, я попробую найти. Так, 2 уже найдено. 3. Так, 4. 5. 6. Слушай, хорошо ищутся. 7 и последняя катушечка. Вот, последняя катушечка найдена. Так, и того у нас 12 номеров еще нам нужно найти. 12 номеров. Но с ними-то, конечно, будет немножко посложнее, друзья. Один только нашли. Второй. Третий. Ну, пошло вроде дела. Четвертый. Пятый. Шестой. Ну, шестой. Седьмой. Восьмой, так, пицца сейчас кончится, да? Девятый и последняя попытка. Да, 9 только нашли. К сожалению, не хватило нам на 10. А вообще лучше бы полностью все это насобирать как-то. Не знаю пока как. И поднять уровень персонажа. Но это мы сделаем уже, наверное, после того, как пройдем турнирную арену. Потому что... Потому что у нас не хватает мутагена. И 613 долларов всего лишь. Мало. Нужно 1250, да, по-моему. 1250 нам нужно для того, чтобы мы с тобой могли приобрести наши любимые откаты. Тен-тен-тен-тен. Кто, друзья мои, кто из подписчиков говорил, ну, спрашивал Рэй, я бы хотел посмотреть прохождение «Один из нас». Я вам объясняю, ребят, все эти игры там, «Нью Горизонт», «Один из нас», многие игры на ПК, они у меня выпускаются на моем втором канале. Вы можете зайти туда и посмотреть. Второй канал предназначен именно для ПК игр и с консолей. Вот так вот скажем. Так что, если кого интересует, можете смело заходить. Я думаю, что ссылку вы найдете в шапке первого канала. Спокойно заходите и все, и смотрите. Можете подписаться, если вам не сложно, и чтобы вы не потеряли. А называется он у нас Ray Play Games, тот канал второй. Так, слушай, я пока тут Ray Play Games тут расфуфыриваюсь. У нас дела-то идут совсем, ребята, плохенько. Опять заговорился и опять вспышку, ребят, прозевакал. Пит, ну-ка попробуй заклевать его. Бесполезно.
Ох, он еще и защиту. Да прикинь, он что тут им на хил, фигил, наклепал им. Опс. Ну, кто сейчас будет ходить? Пока не знаю, ребят, кто сейчас будет ходить. Но я знаю точно, что нам надо... Черт его знает. Пита мне не спасти, наверное, получается. Вообще, блин, ты что тупишь, блин, а? 70 уровень, 59-го не завалил. Дебилизм полный, ребята, это просто полная фиг... Это вообще трэш. Такого трешника, да, еще надо поискать. Я в шоке. Я в шоке, что вот этот вот балбес, вот этот вот, называется, который Паукус, блин, просто обделался, блин. Ну что за... Что это такое вообще начинается у нас, ребят? Я молчу с этого дебильного Паукуса. Просто дал... Даун, блин. Не мог справиться, вообще не смог справиться ни с кем, блин. 70-й уровень, блин, Паукуса вшивого, а. Вот так вот, чтобы все проиграли, ребята, я не помню такого. Дебилизма, серьезно тебе говорю. Вообще никуда не передвинулись, ну оно и понятно. Вшивый Паукус, а, просто меня разозлил. Что за фигня в последнее время? Ребят, второй раз у нас на первой катке фейл. Ну там ладно, хотя бы одного потеряли. Ну тут всех вообще сфейлили. Всех. Такой чмо он, а, был этот Паукус, блин. 70-й уровень, не мог полтинников вырубить. Я в шоке просто. С одной стороны, я тоже немножко не прав. Послал, как говорится, дебилушку, блин, расправляться с нормальными ребятами. Ладно, теперь надо как-то компенсировать, наверстывать это все. Что я еще могу предложить вам? До Лиги Мастеров доберешься, пожалуй, такими темпами ты. До Лиги Мастеров, ага. До Лиги Сосунков можешь добраться только. Как вот тут взбесило прям, я не могу, а. Все, теперь будешь сидеть весь как на этих, на иголках, блин. Сигру на смарку. Так, что у нас тут? Ну давай, наверное, возьмем вот этих вот. Донни плюс Зек. Вдвоем-то, я думаю, что они справятся. Да там, наверное, бы и один Донателло бы, наверное, справился, мне кажется. Ну, ладно, я не буду уже рисковать, ну его нафиг. Так, как говорится, все у нас на пределе здесь. Ну-ка, Зек, давай, брось-ка бомбочку свою. Нет, один бы ты не справился. А Донни... Ну, Донни бы тоже, наверное, один бы не справился. Чисто как бы они друг друга здесь дополнили в этом поединке. То есть один как бы отнял львиную долю здоровья, второй просто-напросто добил. Все. Так, 86-я позиция. Может быть, дадите уже 16-22? Хотя с моими проигрышами мне только и давать 16-22. Так, ладно, Макман, пойдешь ты и возьмешь с собой, наверное... Джастина, я смотреть на него не могу. Вот так вот сделаем. Так, 61 уровень. Железноголовый у нас слишком медленный, да, насколько я помню. Ну ладно, давай тогда Макманом попробуем отыграть. О, Макман красавчик. Макман Малорик. Да, хорошо у него получилось, конечно, бомбануть. Так, 72-я позиция. Угу. Давай двигаться дальше. Возьмем Рафаэля, Лео, Майки. Вот это вот втроем они здесь будут у нас. Раз, два. Втроем будут защищать двух малышей. Но я думаю, что здесь-то они хоть справятся. Майки, если что, будет свой танец, как обычно, врубать. Танец неуклюжести. Леонардо сейчас, наверное, всех положит. Да. Поэтому... Рафаэль, ну Рафаэль здесь так, для того, чтобы его отыграть. До кучи, так скажем, был брошен.
Давай полтинник. 57 место. Что-то как-то вот медленно идет у нас процесс. 16-21. Не хотят они мне давать 16-22, к сожалению. Так, ладно, возьмем Бакстера и вот так сделаем, наверное. Ну, Бакстер, само собой, сейчас будет волну запускать. А, вначале Карайка ходит. Потом Карайка-змея. Фига себе, они 70-81 уровня. А после только ходит Бакстер. Ну, вот так вот, ребят. Хотя Бакстер у нас 100 уровня. А по инициативе, как ты видишь, он проигрывает. Вот так вот. 43 место. 16-22. Наконец-то мне дали 16-22. Я возьму, наверное, Кренга. Ну, мне кажется, Крэнк, наверное, не факт, да? Ой, ребятушки, не факт, что он один справится. Поэтому возьмем ему на подстраховку Крысиного Короля 70 уровня, но... Сейчас посмотрим, все ли у нас получится. Хлоп, да. Ну, ладно, ребят, ну, откуда я знал, что Крэнк вот здесь вот так вот просто бомбанет? После этого паукуса я уже никому не доверяю. 28 место. Так, 28 место. Я придется здесь, друзья, брать Армагона, так как тут майки. И, наверное... Подожди, Усаги. Вот так попробуем. Потому что Микеланджело, блин, со своей инициативой на своем уровне будет, наверное, первым ходить, да? Нет. Ходить он первым пока не будет. Я не знаю, будет ли он вообще ходить. Уже нет. Ходить он уже не будет. Он будет только лежать. Прекрасно. Вот это я обожаю. Вот я обожаю, когда вот, вот эти вот два ребят, ребятенка, да? Армагон и Усаги там, или Армагон Супер Шреддер, или Армагон и Крэнк, или Крэнк Супер Шреддер. Вот эти вот ребята, они вообще просто топчики. Я хочу еще вот туда как можно быстрее подтянуть наших кроликов и посмотреть, что из этого у нас получится. А из этого у нас получится, мне кажется, обалденная соляночка, ребята. Потому что кролики даже на своем 82 уровне, ты помнишь, они что они показывали? Они ломали просто всех тут. Ну, бывало, что, конечно, не набивали, но они не 100 уровня. А вот когда будет 100 уровень, будет шикарненько, я думаю. Ну что же, у нас пока тут все отлично. Мы продвигаемся хорошо, кстати, скоро уже перейдем. Даже сейчас, наверное. Нет. Чуть-чуть буквально не хватило, но после этого поединка мы уже перейдем с тобой в Лигу Мастеров. Но я тебе говорю, что мне хотелось бы попасть в Лигу Мастеров 2 звезды, что маловероятно. Так, так, и вот так сделаем. Это маловероятно только лишь из-за того, что у меня не хватит бойцов. Так-то, в принципе, все как бы норм. Ну-ка посмотрим сейчас, как они бомбанут. Вот они. Слушай, я тебе скажу, для почти 70 уровня они бомбят просто превосходно. Потому что они сами 85 уровня. Ну, мне кажется, у кроликов есть потенциал. И причем очень хороший. Надо на сутку их вкачать и посмотреть, что они там будут вытворять. Ну, а мы с тобой перешли, наконец-то, в Лигу Мастеров. Одна звездочка, но я хочу получить две звезды. Одна звездочка меня не устраивает, ты это понимаешь. Поэтому давай вот так вот сделаем. Ванька плюс Армагон. Да, в принципе, Ванька и Армагон, почему бы и нет. Там дело в том, что Армагон, он наносит львиную долю урона. Второму персонажу нужно просто добить. То есть ему нужно обладать не очень супермощной имбой, но зато массовой атакой. Вот. А тут в данный момент один Армагон справился, как ты видишь. Даже Ванька просто отстоял на шухере. Так что все великолепно. Так, 75 место у нас. Окей, 75 место. А что, неужели не заслужил на 17-23, а? Не накопал я, да, себе на 17-23? Ладно, ладно. Армагош, пойдем разбираться. Так, так.
Подожди, а у меня там еще хоть бойцы-то есть, а то поднахапал. А что там дальше осталось, у нас неизвестно. Ну давай, Армагон. Хлоп. Так, дальше, наверное, вот этого хлопнем. Оп. Так, Майки что-то делает. Что-то делает, непонятно, что он там снимает. Ни у кого ничего нет, он что-то там снимает. Давай, 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 носорога. Вот, все, правильно. Под коленную чашечку ему ногой, хобана, и все. И он загнулся, там лежит. Так, ну хотя бы 50-е место мы успеем урвать. Как ты вот думаешь? Есть еще? О, ну, есть, есть, друзья мои. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. Пять. То есть еще два поединка мы отыграем. Я тебе так скажу. Так уж и быть, два поединка мы отыграем. Угу. Сегодня еще в драконах, всаднике Олуха мы должны будем допройти события. Надеюсь, оно еще не закончилось, а то было бы обидно профукать его. Так, ну что? Опа, ровно полтишок. Друзья, ровно полтишок, и у нас остается последний поединок. Я возьму, наверное, Лео, возьму сюда Кренга. Воу, 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 воу. Я думал, что у нас там последние бойцы были, а у нас еще нифига себе. Так, конечно, мы попадем в Лигу Мастеров. Две звезды, ребят. Что-то как-то... Откуда они взялись-то у меня? Вроде не было, не было, не было, а тут на тебе, появились. Слушай, я что-то не понял. Леонардо сейчас сходил первым, то есть у Лео инициатива больше, чем у Кренга? Угу. Вот такая вот дилемма. Так, ну что там, какая будет у нас? 37 место. 37 место. Ну, попробуем все-таки выудить. О, было, было, вот есть. Есть. Значит, возьму Армагона, возьму Донателло. Раз, два, три. Не, должны попасть. Должно нам хватить, так что все будет окей. Блин, ну что-то, ребята, горло, блин, болит. Сегодня утром встал. Такой, знаешь, как будто просквозило. Давай, Донни, вжикай. Вот, и это, горячий чай вроде попил. Вроде бы как отпустило. А вот сейчас сижу, болтаю. Чувствую, что оно начинает побаливать. Ну что, 23 место у нас, да? 23 место. И возьмем Усаги плюс Супер Шреддера. Раз, два, три. Еще где-то поединка 2. Ну, точно перейдем в Лигу Мастеров 2 звездочки. Единственное, что будет очень маленькая позиция. Где-то 90-е, может быть, 80-е максимум. Не больше. Так, влупил. Плюс он на всех повесил постепенный урон. Там было, когда они погибали, было показано, что постепенный урон, постепенный урон. То есть он сработал как бы. Ну что, 10 ступенек. Я думаю, 10 ступенек мы сейчас перепрыгнем. Надо только 17-23 выудить. Возьму Армагона и возьму, наверное... Нет, Макман у нас слабоват по инициативе. Раз, два, три. И получается у нас... Еще один поединок, не включая вот этого. Ну и как раз будет, да, где-то 80-я или 90-я позиция у нас останется. А завтра надо будет просто взять топчик и все. Ничего сложного, да, ребята? Просто брать топчик. Окей. Сейчас, значит, мы переходим, да, по идее. Угу, Лига Мастеров 2 звездочки, 97-я позиция. И последний заключительный поединок. Возьму Зека и возьму Кожеголового. Раз, два, три. Что-то мне не нравится, что горло-то так болит. Надо этого, как оно называется. Вообще они там какие-то... Сосательные конфетки, или как они там называются, там, знаешь, типа леденцы, там, холс, фиголс. Ой, я вот думаю, что, может быть, мне
Анвимакса хлебнуть. Но это, видишь, от гриппа и простуды. Но хотя, может быть, у меня предпростудное состояние. Да, я, наверное, выпью стаканчик сейчас Анвимакса, чтобы, ну, горло немножко хотя бы отпустило. Хоть помягче, чтобы было говорить. А то сейчас говорю, как будто, знаешь, как будто иголки глотаю. Неприятно очень сильно. Так, ну что, друзья, мы с ареной на сегодня закончили. Ты, думаю, это прекрасно и так понял. И давай-ка мы теперь еще попробуем. Ой-ой-ой, не то делаем. Давай мы еще попробуем с тобой пофармить наши жетоны, может быть. Ну, вряд ли, конечно, мы сейчас насобираем с тобой 530. Ну, может быть, 400 где-то будет у нас. Было бы неплохо. Так, все, радарные маяки взяли. И остальное у нас идет чисто на... на жетоны сбагриваем. Так, давай. Сколько там уже? Ну, почти, ребят, почти 400. Вот сейчас уже будет 400. 409. Сколько там еще? Еще 5 попыток, да? Последняя попыточка. Ну что, 515, ребят. Буквально чуть-чуть не хватило нам 15 жетонов, чтобы взять 3 ДНК напита. Ну а мы поднимаем уровень нашим кроликам. Я думаю, хватит. Так, у нас 24, да, хватает нам. Получают они 86 уровень. Замечательно. Здесь я заберу все награды. Ну и все, друзья, в принципе. Если бы не в первом бою наш паукус, обделавшийся, были бы мы немножко повыше по ступенькам. А так как он вот подвел нас, ничего не вышло. Ну да ладно, всякое бывает. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.